Чувай. А, да, всем привет. Че, мы тихонько тогда начинаем? Начинаем. Лиза, идем тебе на кубик поставим, чтобы тебе, чтобы этой штуки было удобно. О. Лиза, иди сюда. Хрустина пополам. Лиза, давай, поработай пока. Как блогер. Лиза, тебе не надо далеко отходить. Подойди туда близко. А там. Я понимаю, подойди туда близко и там все делать. Можешь себе стул поставить где-нибудь. Не знаю, когда он высоту экрана будет. Чуть тебе как будто ручки нет. Смотри. Давай, я же тоже поработаю. Чего вы прям? Thank you. Так. А нет, что ты делаешь? Ну, что я делаю? Ладно, что ты делаешь? Я все готовлю. Сейчас мы только-только приехали в студию. Ты расскажи, что происходит. Расскажи, что мы только что приехали в студию, что студия не готова, что мы сейчас будем делать. Кстати, Лиза, может быть, тебе положить свой телефон сюда, не на пол, потому что сейчас... А, там очень плохо работает, видишь, там это что? Я понимаю, ноги подняла, вот так вот, бац. Вот. Посмотри, он работает, не? Заряжается. Да, все нормально. Да. Короче, ребята, мы приехали в студию, а она еще не готова. Вот. Сейчас ему будет все ставить, настраивать, а я пока сижу. Пока, а я пока здесь. Да, жду. Общаешься с людьми? Да, общаюсь. Может быть, тебе поставить какую-нибудь другую розетку, потому что эта розетка плохая. Она для твоего розетка не подходит. Дай поставлю. На, поставь. Мам, меня зовут в Бразилию. В Бразилию? Да. Я тоже. Где тебя в Бразилию зовут? Девочка, да, похожа на Лизу Шубина. Ну, конечно, похожа на Лизу Шубина. Привет, это я. Ибо это и есть Лиза Шубина. Это я. Девочка, ты не похожа на Лизу Шубину. Голос какой. Нормально тогда? Есть еще одна такая, комплимент, да? Комплимент, говорит, да? Девочка, ты очень похожа. Сейчас я тебе сделаю удобно. Весьма похоже, да. Можно тебе красочный кончик сядешь повыше, чтобы люди тебя видели? А нет, там сейчас мне не будет видно головы. Ну ты подвинь себе так, чтобы было видно. Я тебя подниму. Да ты... не хочу, не так удобно, а что? Ну видите, нормально, видите, все нормально. Так? Мусор на голову. Мусор на голову один. Это стул. Это вообще стул. Без чего надо? Ой, смотри, ты в сетке. Ну, я про это говорила. Мать. О, так, у нас сегодня не будет такая. Не такая. У нас такая там, по сути, в клетке. Клетка, в ведре. В ведре. Так. Амира, когда приедет Наташа? Наташа приедет немножко попозже. Чего ты нам приедет, девочка, Наташа? Студия не очень большая, поэтому все вместе здесь тесновато будет. Вообще, здесь уже душновато, если честно, чуть-чуть. Так, Лиза, ась. Степень твоей готовности, у тебя первый лук уже на тебе. One да? Да. One look. Давай тогда первый лук. Давайте все по лайку, выведем это про трансу. Я согласна, ребят. А мы говорит, будем лайкать, да? Вы говорит, работаете? Нормально. Марина, можно было просто угол изменить? Потому что чем она выше, слышишь, Марина, тем она неустойчивее, тем легче ее шибить будет. А кто же ее шибать будет, я рядом? Сама ее гонишь. Подниму. Вот как раз в этом-то как раз и вопрос. Ты. Кто бы ты ее гонишь? Ты это и сделаешь. Ты это гонишь, да. Марина. Да. У тебя теперь вторая задача. Да. А что тебе настроить? Тебя Лиза не научила? В смысле, почему отдыхать? Вот нет, она, я не учила никого. А ты что не учила? Почему ты меня не тебя научила?
тебя была задача научить, потому что ты же знала, что сегодня мама с ним работает. Что-то еще. Так, берешь, где Лизин телефон? Ну, доставай его из чехлочек, а я пока расстреляю Лизин. Лиза, шаг назад. Боб, вставай. Так. Но у нас потому что нет снега в Воронеже, и типа у нас не с чего лепить снеговика, поверь. Где? Молодец. Смотри. Потом он тебя держит, то есть тебе нельзя делать вот так. Видишь, он переворачивается. Да. То есть, грубо говоря, погоди, когда он переворачивается туда-обратно, тебе придется еще сделать вот так. Тебе придется танцы с бубном делать, да, чуть-чуть. Вот, то есть, грубо говоря, когда снимаешь? О, запасные мазки. Бери с собой. А вон там, смотри, какие запасные. Там одни чапушечки уже вскрыли. Ой, этот самый, это, как тебя зовут, я не знаю. Смотри, все, держишь только за эту ручку. Нажимаешь никуда, да? Да. Если поворачивать начинает, то можешь джойстиком на голову. Ай, отключайте. Я нашла, я не понимаю. Подожди. У тебя надо в основном направлять его вот так. Я помню, чтобы я его поймала. И фейс тоже. Конечно, подожди. Стоп, чтобы снимать фейс тоже, тебе надо поднять ручку выше. Так, поняла. Вот как раз про это и разговор. У тебя задача. Все, держи. Где съемка? Держи крепко, да. И все, можешь перемещаться. Слухайте, вообще как-то... Да. Сегодня у нас, кстати, два стабилизатора. Да, моя мама... Кстати, смотри, ты вот старайся не заходить вот так вот. Куда? Сама, шагай. Я тут шагаю. Ну вот, шагай. У тебя задача не этот, как бы, до крайности ручку не доходить. Не доводить, конечно. То есть у тебя ручка должна быть примерно всегда посередине. То есть он всегда догоняет твою середину, да? Симс. Симсон. Симсон какой-то, да. Симсон, это папаша. Папаша Симсон. Так я не смотрел, да. Подожди. Так, давай. Получается, Марин? Да. О, молодец. Я вот видите, танцую как Петя. Танцую как Петя? Да. Понял, уже пожелали. Так. Ну, походу, никто... Все смотрят, что ты думаешь? Что ты делаешь? Вот, может быть, иди спроси у людей, как зовут здесь. Скажи, ребят, как зовут этого папа? Из Симпсона? Потому что я не помню, как его зовут. Можно я снесу офис? Можно. Вот, зачем мы... А кто тебя фоткает с ним? Амир. Серьезно сейчас? Вот. Это факт. Так. Угу. Все, поставь, пожалуйста, чувака.
Так, мне не нравится то, что сзади штукарина, походу, не попадает в дверь. Сейчас, секунду. Как будто не сработает. Сколько тут твои ставки? Покупируем. Кстати. Так, Лиза. Посмотрим сейчас, что получится. Подожди. Так. Марина, смотри, ну да, ты сейчас в принципе правильно, но вообще в принципе можешь даже никогда не останавливаться, двигайся, двигайся, да. Как будто задний не срабатывает, не срабатывает, все изменит. Смотри, как я, палка должна. Да. Такую банку, то что ты ее прямо, она не отжимает. Угу. Так. Молодец. Что за удочку врубила? Ла, молодец. Может быть. Да? Так, давай портретно сделаем. В принципе, да, картина достаточно. Так, подождите. Я тут нашел прикольную штуковину. Какую-то штуковину. Не знаю. Ты когда говоришь, что у тебя есть по-любому снег в холодильнике. Что? Когда ты говоришь, что у тебя по-любому есть снег в холодильнике. Конечно, скажи, я его коплю. Да. Так, портфель. Стало это нормально, что вторая вспышка какой-то появилась. Угу. Голову прямо, да, держи. Рот. Да. Глаза. Молодец. Только вспышка не успела. Подожди. Дыша, дыша, дыша. Да. Что это, блин? Ну-ка, разбирайся, разбирайся. Молодец. Да? Да? Молодец. Позвоним? Да. С ногами бесполезно, я... Да-да-да, это портретники. Ну все, пятерка. А... Подожди, а что, зачем мне держать? А мне переодеть ее. Подожди, ты сейчас стоп нажмешь, все, выключишь и... Серьезно? Конечно, ты... Ты должна стоять, полный технологический процесс. Стой, 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 давай. Лена, стой, идем. Иди сюда. Идемте. Вот теперь у нас, кстати, косяк-то какой был, знаете какой? Куда будем начать нормально? Стой. И давайте начинаем. Всем привет! Всем привет! С вами Олег Гумеров и Лиза Шубина. Сегодня мы на фотосессии в Воронеже. Сегодня у нас фотосессия в студии, как она называется, забыл. Outlook. Да. Да. Что написано? Я закон вспомнил, да. Вот. И у Лизы сегодня будет куча руков, да? N. Вот, поэтому никуда далеко не убегайте. Сейчас Лиза побежала уже. Подожди. Давай начало. Это же было начало, да. Сейчас Лиза фотографируется в первом луке. А потом уже вы мне будете во втором луке. Вот, криптон очевидно вообще. Давай так. В общем, ты готова? Да. Начинаем. А теперь погоди, теперь сделаем опять концовку, тебе до свидания скажем. Давай. Стой, погоди, хорошо. Я возвращаюсь, да. На этом наша серия с Лизой закончилась. Лиза побежала переодеваться. Не забываем перейти по ссылке внизу видео. Обязательно проверю. Да, перейти подписаться на Лизу, Лизу Шубина. Всем пока. Всем говорю, до свидания. Короче, увидите нас во второй серии. Да, до встречи во второй серии. До свидания. Теперь просто стоп нажимаешь и все. Да, попробуй сниматься. И тут теперь держи, нажми эту кнопку и держи. Держи, держи, держи. Сейчас он обмяк, он упадет. Вот обмяк упал, все, теперь можешь выключить телефон, чтобы он не заряжал батарею. Привет, и все положить. Заряжаться. Так. А? Тут у нас... Так.
Так. Нам еще надо протирать тоже как-то. Кстати, я эту штуку забыл вообще, да? Ни разу не стал. Вообще про нее забыл, если честно. Стойки закреплю. Кого забыли? Ничего не забыли, все нормально. Есть нет какой-нибудь вентиляции, знаете, пожалуйста? Может быть, можно приоткрыть окошко, не знаю, что-нибудь чуть-чуть. А то мы здесь сейчас так надышим, что вообще невозможно будет. Будет просто адский ад. Так. Так. Ну да, разлуков можно, разлуков много, можно делать по-быстрому, да? Блин, странно, слушай. Чё говоришь? Носки странные. Носки странные? Да. Ты их правильно делал? Да, дело как есть. Их не ошибешься. Ну какие-то странные. Но мне тебе надо было носки, чтобы ты быстро одевал обувь. Скользила. Потом мы сейчас умрем. Так, Лиза готова? Да. Марина собирает конструкцию. Так. Здесь тоже все правильно. Штаны падают. Штаны падают. Сначала кладешь руку. Вообще смотри, как можно механику придумать делать. У нее стандартная схема есть, по которой она начинает. То есть вот так вот кладет на пол, на горизонтальную поверхность. Мы же нажми сейчас кнопочку. Лови его, он сейчас. А если он крутнется, подожди. Оп, лови его, лови его. Все, теперь бери. Теперь включи. Он успел поднять. Ты верни его. Вот, все, включаешь камеру. И давай начинать сначала, как нормально начинать. Да. Всем привет, это вторая серия, которую мы уже снимаем. Да. Мы хотим с Амиром Гумером, Воронежем. Давай с самого начала. Всем привет, с вами Лиза Шубина и Амир Гумеров. Сегодня у нас фотосессия в Воронеже. Сегодня у нас Лиза на фотосессии, да? Ссылочка на Лизу внизу в описании видео. Ты готова? Да, ссылочка на Лизу внизу в описании видео. Не забываем подписаться, перейти на профиль Лизы. А, кстати, у нее сейчас он идет эфир, там он прямой эфир. В Ютубе! Да, его мы снимаем еще в 360, поэтому... Просто везде камеры. Везде, да. Просто... Материала будет много. И вон, смотрите, у нас снимает два оператора. Да. Целая съемочная группа. Да. Все, начинаем? Ты готова? Да. Поехали. Да. Да. Угу. Молодец. О, было, да. Ты лишь пытаешься динамик больше, да, Лиза? Ты сможешь двигаться. Я ловлю. Да. Да. Молодец. Да. Да. Хорошо. Угу. Так, шажок
ко мне, подпрыгни, пожалуйста. Да. Угу. Да. Угу. Так. Да. Это что я тебя вижу? Угу. Да. Угу. Да. Угу. Да. Да. Чего да? Давай, пару портретов, в принципе, можно тебя пускать. В принципе, да. Сдуешься, да. Раз. Два. Угу. Да. Может быть, шажок сюда? Где-то здесь. Да. Хорошо. Может быть. Угу. Может быть, да. Да, Гэлли, может быть, знаешь, чуть-чуть тарелку пощупаю. Это не сок, она просто везде свет дает. Немножко есть, конечно. Чуть-чуть, настолько чуть-чуть, что прямо незаметно, да? Угу. Да. Угу. Петёрка, что, говори на свидание. Опять эта коротенькая серия заканчивается. А ссылочка на Лизу внизу в описании видео. Не забываем перебегать, Подписываемся, короче. Подписываться, да. С вами была Мегумеров и Лиза Шубина. Всем пока. Фиолетовые шорты и толстовка с цветами. А крас какие? Тут белые. Трайнхол ты будешь делать потом в процессе, когда ты будешь это... Ничего. Ну без этой, без тарелки. С тарелкой вот и светленькая она получается сзади. Тоже, нет, ну тоже в этом что-то есть, но это... Попробуем без тарелки тоже, потому что с тарелкой... С тарелкой, конечно, прикольно, она тоже пересвечивает, чуть-чуть меньше, она фон делает. Да. Такой прямо этот... Белый-белый. Посмотрим. Так, что, посмотрим чуть-чуть? Угу. Серия как раз то, что нужно. В принципе, не такая большая, но в принципе это... Похоже, не. Нормально, потом. Ты потом посмотришь сейчас. Сегодня еще, может быть, как раз приедем, что потом да, да, да. Ты это... Успеешь все посмотреть. Ничего так. Ну прикольно. Вообще, вообще. Есть, есть, есть. Вообще есть. Есть картинки. Ну да, тебе в одной шмотке зачем? По три фотки. Да, тебе в одной шмотке надо, чтобы там одна. Одну, две, три пробки использовать. Три фотки, шмотки, вот и. Три фотки в одной шмотке. Две фотки в одной шмотке. Смотри тогда кого? На меня, когда говоришь прямо. А я просто две камеры, да. Ты готова? Нет, они натягивают вот эту, да. Да? Или впереди заправь ее под шорты. Ну не так. Чуть-чуть вообще. Лиза, мы это не делали. Да. Вася, лопни, вкусненький. Короче.
короче, у меня уже как бы садится батарейка, это очень плохо, но если видео, все такое, можете смотреть на моем канале. Так что давайте всем пока. А как закончить эфир? Да нет, подожди, почему? Окей, все правильно?